Особенные дети и их удивительные таланты. В театре оперы и балета прошел необычный социально-творческий концерт. В чем его уникальность и какие номера растрогали зрителей больше всего, узнаете в следующем сюжете. На одной сцене вместе с профессиональными танцорами и певцами выступают дети с ограниченными возможностями здоровья. Никита и Тимофей Егоровы выступают на сцене уже не впервые. В этот раз песню они посвятили своей маме. Ребята рассказывают, между собой их объединяет не только сцена. Все стараются делать вместе. Ну, если какие-то проблемы, то решаем мы сами вместе. Актерским мастерством, зарядкой дома занимаемся. И сценки из юмористических передач. Из КВН любим. Проект «Пусть всегда буду я» проходит в нашем городе уже второй раз. При поддержке Сибирской угольно-энергетической компании его проводит Красноярская общественная организация инвалидов «ЩИТ» и детский музыкальный центр «Волшебный микрофон». Главная задача проекта – помочь особым детям раскрыться и поверить в себя. В этом им помогают опытные наставники, которые позже становятся их лучшими друзьями. У нас дети с Подсолнухов, они настолько с Орленком сдружились, они даже в обычные дни, в праздники, они устраивают чаепития, они ездят друг к другу в гости. У них проходят совместные репетиции и концерты по нашему вот городу. Среди участников проекта именитые коллективы Красноярского края. Оркестр театра оперы и балета под руководством Анатолия Чепурнова, заслуженная артистка России Вера Баранова, ансамбли танца «Енисейские зори» и «Орленок». На сцене они и их маленькие подопечные становятся единым целым, вне зависимости от физиологических показателей здоровья. На сцене выступают дети с ограниченными возможностями. Но когда они выходят на сцену, то понимаешь, что это... Наоборот, безграничные возможности. Они до того органично поют, танцуют, что сразу даже не отличишь, где коллективы, не профессиональные, а детские коллективы, да, творческие. Подобные проекты ВСУЭК поддерживает не впервые. Ежегодно угольщики помогают в проведении фестиваля «От сердца к сердцу» для особых детей на загородной базе «Бузим». Финансируют увлекательные путешествия для ребят и их мам на теплоходе по Енисею. И, конечно, не остаются в стороне от вот таких концертов. Вот этот проект и отметить, это символ определенной любви, дружбы и нашего единства. За это всем огромное спасибо. С глубоким вам всем поклоном. Удачи! Следующее мероприятие пройдет в Красноярске совсем скоро. Это будет новогодний карнавал для детей с ограниченными возможностями. Елена Саткеева, Владимир Фетисов, 7 канал.